Для детей с хроническими заболеваниями открылся уникальный реабилитационный центр в лесопарковой зоне Заволжского района. Новое отделение детской клинической больницы имени Юрия Фроловича Горячева осмотрели в Рио губернатора Сергея Морозов и депутат Государственной Думы Владислав Третьяк. В здании прошла полная реконструкция, заменены окна, система отопления, водоснабжения. Для маленьких пациентов создана новая игровая комната. В ней мальчики собирают конструктор, а девочки хозяйничают на кухне. В кабинетах и палатах проведен капитальный ремонт, закуплено современное медицинское оборудование для успешной реабилитации. Мы часто болеем, ходим в садик, поэтому решили пройти лечение. Водные процедуры, голокамера, бассейн, здесь очень много всего. По информации специалистов ведомства, учреждение рассчитано на 50 коек круглосуточного пребывания и 10 дневного стационара. В течение года лечение здесь смогут получить более 1500 юных пациентов. Здесь будут проходить реабилитацию дети, которые очень тяжело больны. Это дети с сахарным диабетом, дети с бронхиальной астмой, с аллергологическими заболеваниями, дети с онкогематологическими заболеваниями, которые находятся вне заболевания, а в период ремиссии. Дети с неврологическими заболеваниями. В реабилитационном центре созданы все условия для комфортного пребывания маленьких пациентов и медперсонала. А главное, здесь есть специальные комнаты совместного пребывания матери и ребенка, чтобы в трудный период восстановления дети и родители не разлучались. И вы как врачи понимаете, что можно сделать хорошую операцию, но дальше должно быть реабилитационно, особенно когда мама, папа с ребенком находятся. Это, наверное, самое, лучшее лекарство для ребенка. На реконструкцию больницы было вложено свыше 17 миллионов рублей, большая часть из которых деньги инвесторов, остальные средства выделены из областного бюджета. Юлия Дегтярева, Лилиана Рахматуллина, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.